Привет, ребятки! Мы сейчас будем ехать в Миргород. У нас друзья едут на цветные фонтаны и решили нас с собой взять. Да, всем привет! Я немножко вам поснимаю. Да, мы еще там не были. Первый раз поедем. Это в Миргороде. Но они начинаются или в 9, или в 10 вечера, когда потемнеет. Да. Ну, сейчас где-то 5:30. Мы немножко там погуляем. Я вам немного сниму долго. Кому нравится. Смотрите. Да, сегодня очень хорошо. На уличке так классно. Настоящее лето. Мы взяли с собой курточки, да. Мы сейчас... Да, они хотели к нам приехать. Мы решили прогуляться и сами к ним придем. У них есть машина, они часто ездят, путешествуют. А так как у нас ее сейчас нет, то мы очень-очень благодарны, что они нас с собой берут. Немножко себя сниму. У меня щечки такие розовые. Это... Сейчас сниму улицы наши. У меня туфельки новенькие. Красивый такой нежно-сиреневый цвет. У нас сирень цветет. Так красиво. Сейчас подойдем поближе. Смотрите, какое красивое белое дерево. Это, скорее всего, яблоня. Сейчас подойдем, посмотрим. Ой, такая красивая яблоня. Это Поля. Это Настенька. Да. Всем привет передают. Да. А это у нас, ну, я так и думала, яблоня, потому что сейчас цветут яблони. Очень красиво, очень. Все шикарно. Улочки у нас тут узенькие, очень мало машин ездят, но ездят спокойно, тихо, щебет птичек слышен. Да. Тут у нас недалеко и магазин. Это следующая улица вверх от нас, поэтому до магазина недалеко. Так, ребятки, гуляем. В общем, мы 9 будут фонтаны. Пойдем туда, сходим, посмотрим. Ребятки, мы сейчас подойдем до Магнолии. Ой, как она красивая, она уже доцветает. Сейчас посмотрим. Какие цветочки у нее красивые. Ой, какая красавица. Какой цветочек красивый. Красота. Ой, сидит, какая краса. Дайте перышко мне, королева. Ой, как красиво. Как кричит красиво. Уже вечереет. Сейчас уже 9 час вечера. Всем привет, это уже другой день. Настенька тут по маме. Да. Мы едем на новую... Смотрите, какая красивая. В общем, мы едем на новую почту, сказали Поле велосипед. Я вам сделаю на него обзорчик. Посмотрим. Мы будем его забирать. Да, сейчас пробуем его забрать. У нас нет машины, поэтому надо еще найти машину и привезти его. Это когда-либо тут. А,
Да, потом Настя заказали. Ну, в среду, может, и в четверг посмотрим. Потому что только сегодня его выслали. Забрали мы, ребяточки. Ребяточки, велосипед. Вот это надо еще собрать. Мы не знаем, кого просить. Папа наш на работе. И надо кого-то попросить. Ага, давайте начинать доставать. Так. Подожди, надо попросить. Может быть, у нас тут вот из соседов кто-то. Да. Да. Надо найти какого-нибудь соседа. А у нас есть сосед, мама. Ну, пошлите пробовать. Вот дядя Вова у нас тут есть сосед. Может, он нам поможет. Алёша, давай попробуем, может, попросим дядю Вову. Так, ребятки, в общем, мы не можем пока найти человека, который бы нам собрал этот велосипед. Сейчас мы попробуем через огород его найти, соседа. Может, ну, там где-то на огороде. Ребят попросили соседа, сейчас он придет, он поможет нам сложить велосипед. Давайте посмотрим немножко коробочку, как он выглядит. Угу. Вот, ребят, он черно-голубой. Видите, какой? Это синий такой? Да. Мне кажется, голубой. Синий. Ну, красивый, необычный. Поля захотела такого цвета, потому что уже у нее был оранжевый. Нет, красно-оранжевый. Красно-оранжевый. Да. Захотелось чего-то необычного. Такой будет цвет. Сейчас придет к нам сосед и будет нам собирать. Потому что папа наш на работе. А ну какая сидушка. Вот такая красивая. Вот, некому нам помочь. Ой, хочу. Так, ребятки, делаем немножко обзорчик. В общем, сосед у нас хороший. Собрал. Такой. Вот такой вот велосипедик. Поля сама захотела голубенького цвета, потому что ей уже надоели яркие цвета. Такой вот он, горный. 7 скоростей, я на нем ехала, амортизаторы классные, очень мягко едет. Да. Так вот еще, так вот мы его покажем немножко. Один недостаток, не положили гайку и ключи. Ага. Хорошо, что в гараже у нашего папы были запасы, и они как раз нам пригодились. А ну, Палюш, ты уже заводишь, да? Угу.